проверить почту, написать в Facebook, ну, либо же сделать селфи. Совсем скоро все это можно будет делать в любой точке Европы. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил обеспечить бесплатным Wi-Fi все общественные места в Евросоюзе. Воплотить столь амбициозный проект в жизнь планируется всего за 3 года. Все должно заработать уже к 2020-му. Высокоскоростной интернет по технологии 5G появится в парках, больницах, музеях и библиотеках. Также бесплатный Wi-Fi должен появиться и на всех городских площадях, возле памятников архитектуры и вдоль всех автострад и железных дорог. Ну, в целом, покрыть полностью всю территорию Евросоюза. На тотальную интернетизацию Европы потратят не менее 120 миллионов евро. По оценкам экспертов, масштабный европейский проект может создать более 1 миллиона рабочих мест.